Теперь помост уже в распоряжении атлетов весовой категории до 75 килограммов. И вновь, как и все предыдущие дни, главные претенденты на успех — штангисты Болгарии и Советского Союза. Владимир Кузнецов. 162,5, вторая попытка. Первая была неудачной. Хорошо зафиксирован вес. 162,5. Запишем эти цифры. Подход был удачным. Годный. Напомню, вот единицу за третий опыт на 162 килограмма. 500 килограмма. Минчу пришел в Болгарии. Как это там с вами еще пошел в Болгарии? К этому же весу, к весу 162,5, подает Пинчу Пашов, спортсмен из Болгарии. 160 он зафиксировал. Третья попытка. Итак, Пинчу Пашов закончил состязание в рывке. Его результат 160. Теперь только два атлета продолжают борьбу. Здравко Стоичков. Вот сейчас как раз он готовится выйти на помост. А на штанге 165. А в первой попытке Здравко зафиксировал 160 ровно. Двадцать лет этому молодому спортсмену. По-разному подходят атлеты к штанге, у каждого свои привычки, но вот есть, наверное, и общее. Вот руки, точнее пальцы, у всех тесным рядком ложатся на холодный предмет, как будто сжимаются в металл. Судьи засчитывают эту попытку. Теперь очередь Владимира Кузнецова. Здравко Стоичков становится лидером. 165. Напомню, что рекорд мира 167,5. Кстати, принадлежит Владимиру Кузнецову. В рывке наш спортсмен, конечно, сильнее своего основного соперника Здравко Стоичкова и, конечно, попытается создать какой-либо запас прочности, но не будем забегать вперед. Вы знаете, Владимир Кузнецов решил вот не подходить к этому весу. Видимо, подойдет к более тяжелой штанге. Да, Здравко Стоичков подойдет сейчас к этому весу.
Вот сейчас он появится уже на сцене. Сто шестьдесят семь с половиной. В официальных состязаниях Здравко Стоичков не фиксировал вот такой вес. А зафиксирует 167,5. Это повторение мирового рекорда и новый рекорд Болгарии. Рывок – темповое упражнение. Здесь нужна и резкость, и отличная координация, мгновенная вспышка энергии. Вот как послушный штанг в руках Здравко. Да, есть новый рекорд Болгарии – повторение мирового. Теперь ответ Владимира Кузнецова. Сто семьдесят. Заказывает Владимир Кузнецов. У него последний подход. Владимиру Кузнецову 21 год. Он всего на год старше Здравко Стоичкова. Он из Краснодара. Серебряный призер Московского чемпионата мира. И Владимир никогда не фиксировал. В рывке такого веса 170. Напомню, мировой рекорд 167,5 принадлежит Владимиру Кузнецову. Очень приятный молодой человек. Как-то вот сбоку, что ли. Итак, у нас два лидера. Владимир Кузнецов и Здравко Стоичков. Точнее будет сказать, Здравко Стоичков и Владимир Кузнецов. Вот посмотрите еще раз в повторе. Теперь второе движение. На штанге уже 200 килограммов. Первый подход Владимира Кузнецова. Скажу сразу, болгарский атлет, я имею в виду Здравко Стоичкова, очень силен именно в этом упражнении. Ему и принадлежит мировой рекорд 210. А рекорд Советского Союза? Посмотрим в таблицу. 205. Александр Первый. Хорошо зафиксировал Владимир Кузнецов. Теперь Здравко Стоичков. Первый подход 202,5. 200 килограммов зафиксировал еще один болгарский штангист Минчо Пашев.
А теперь 202,5. Первый подход. Да, хорошо видно состояние здравкустойчиков. 202,5, если вот еще прибавим 167-500 в рывке, 370, это уже повторение мирового рекорда в сумме двоеборья. 370. Теперь уже 205 на штанге. Владимир Кузнецов? Нет, вы знаете, он, очевидно, выйдет уже к следующему весу. А на помол сейчас будет приглашен Минчо Пашев. Вот мы показываем заключительные подходы, попытки сильнейших. Но вы знаете, в этой весовой категории мы увидели несколько дебютантов из Никарагуа, Сирии. Конечно, пока им трудно соперничать с гроссмейстерами помоста, но вот очная встреча с мировыми рекордсменами многое даст молодым штангистам. Вот буквально каждое движение Владимира Кузнецова, Здравка Стоечкова глазами ловил штангиста с Никарагуа Баларадо Эварадо. Я думаю, он многому здесь научился. Итак, 205. Довольно спокойно ведет себя вот болгарский атлет. И есть какая-то уверенность. Значит, вес будет засчитан. Вот посмотрите еще раз. Достаточно уверенно справился с этим весом. Минчо Пашев. Теперь на штанге уже 207,5. Здравку Стоечко. Да, вот и этот вес пропускает Владимир Кузнецов. Да, Кузнецов пропускает. Уважаю штангу тяжелоатлета. Вот часто в шутку называют ее даже Ее Величество. И чтобы вот одержать победу над Ее Величеством, человек должен не только обладать силой мышц, резкостью, координацией, не только вот безупречно чувствовать вес, но и не знать страха, робости. Еще древний философ Платон сказал, атлет тот, кто соединяет в себе силу, здоровье и выносливость со стойкой волей, умом и сердцем. Итак, 207,5, второй подход. Здравку Стоечкова. И вновь в зале мертвая тишина. Как четко фиксирует 207,5 и устанавливает мировой рекорд в сумме двоеборья. Давайте еще раз проверим.
207,5 и 167,5, 375 ровно, эта сумма превышает мировой рекорд. Вы знаете, в спорте всегда принято сравнивать, без этого нельзя. И я сейчас поймал себя на мысли, что, как бы это точнее сказать. Ну вот сейчас объявили в зале, что на штанге вес 210,5, и Владимир Кузнецов снова пропускает, Минчо Паша выйдет. Так вот я продолжил свою мысль. Я ни в коем случае не хочу умилять достоинство чемпионов Олимпиады 84, но сравниваю результаты, показанные в Лос-Анджелесе и здесь, в Арни. Суммы, килограммы последних олимпийских чемпионов намного уступают результатам наших призеров. Ну, намного это мягко, наверное, сказано, на 20-30 килограммов. И мне сейчас пришли вот на память слова канадского пловца, рекордсмена мира и олимпийского чемпиона Виктора Дэвиса. В Лос-Анджелесе, говорил он, надо не просто побеждать, а обязательно с мировым рекордом. Только при этом успех принесет удовлетворение, ведь многих сильнейших здесь нет. Да, напомню, на турнире Олимпиады в таблицу мировых рекордов по тяжелой атлетике изменений не внес никто. А здесь, в Арне, установлено уже 12 мировых рекордов. А в борьбу еще не вступала тяжелая артиллерия, ну, точнее, атлеты более тяжелых весовых категорий. 12 мировых рекордов, а всего в Лос-Анджелесе, всего за время всей Олимпиады было установлено 11 рекордов. Вот информация к размышлению. 210,5. На полкилограмма штанга тяжелее мирового рекорда. Встает. Ну, нужно вот устоять. Пауза нужна. Да, вот она есть, и бег зафиксирован. Ну что ж, еще один мировой рекорд. 210,5 второе движение. Сумма у Минчо Пашева 370. Молодец, Минчо Пашев. Вот казалось, что не удержит он этот огромный вес, но удержал. Ну, теперь я вот смотрю, к штанге подходят ассистенты. Вы знаете, Петра Кустойчев попросил вот убрать со штанги полкилограмма. 210 сейчас на штанге. Но, видимо, он решил улучшить в сумме двоеборье мировой рекорд. Рисковать не хочется. Итак, 210. Третья, заключительная попытка.
Еще один мировой рекорд в двоеборье. .377 500. Сразу на 7,5 килограммов получил. Здравку, мировой рекорд в сумме. Двоеборье. Теперь кульминация. Один Владимир Кузнецов продолжает состязание. И какой вес заказывает? 250 kilograms. Вы знаете, вот мне просто трудно даже сказать, какой же вес. Да, Владимир Кузнецов во втором своем подходе подойдет к весу 215 килограммов. Вот если он зафиксирует, только тогда он обойдет своего грозного соперника. Он легче. Но не переоценили своих возможностей Владимир. Он никогда не толкал такого веса. Третья теперь попытка. Те же 215. И снова. Нет, явно не готов Владимир Кузнецов к штурму такого веса. А вот герой сегодняшнего вечера, Здравко Стойч, снова рвется на помост. 211. Дополнительный подход. Зафиксирует и будет еще один мировой рекорд во втором движении. Удерживает и возвращает себе мировой рекорд во втором движении. Здравко Стойчко. Ну что ж, 14 мировых рекордов в армии на турнире «Дружба». А соревнования продолжаются. Мы заканчиваем наш очередной репортаж из Варны с турнира «Дружба-84» по тяжелой атлетике.